информационном пространстве, как я говорю, как клондайк, много-много песка, и есть самородки, есть слитки. И вы, если вы настроены на резонанс, если вы стали чувствовать, если вы дошли до какой-то степени разочарования и тупика, вы начнете распознавать, вы начнете чувствовать, что внутри вас есть тот разделитель и различитель, который способен отделить зерна и плевы, да? Отделить песок из золота. Так и здесь. Слушайте, доверяйте себе больше. Одно могу сказать, что никогда человек не бывает обделен сутью, не бывает обделен источником, не бывает обделен знанием и истиной. И это всегда внутри. Потому весь запрос человек должен направить на самого себя, а не спрашивать у других. Поэтому он и будет получать информацию. Чакры не в порядке, карма не в порядке, порча, сглаз, нумерология не та, магнитные бури, все, что хочешь. И поэтому человек такой весь бредет, обвешан этой информацией и шугается каждого шороха, потому что уже не понимает, чего еще бояться.